Пока в городе гадают, будут ли включать отопление, на селе уже вовсю обогреваются печками. Смотровые комиссии активно проводят мониторинг частного сектора. В этом году уже зафиксированы пожары из-за перекала печи. МЧС напоминает о безопасном использовании отопительных приборов и водонагревательного оборудования. Перед началом отопительного сезона каждую печь необходимо тщательно проверить, отремонтировать, а дымоходы побелить. Не допускается использовать печь, имеющие трещины и неисправные топочные дверцы. Также следует обратить внимание, что если пол перед топочным отверстием из горючих материалов, его необходимо защитить негорючим материалом, это листом, так называемым притопочным, размерами 70 на 50.